Жизнь и смерть одно и то же. Думаю, это великая человеческая драма. В этой работе я сделал важный шаг как актер и продюсер. Просто поражает масштаб. Не работал с таким количеством японцев вне Японии. Это самое большое, сложное, подробное, правдивое шоу, что я делал. Это удивительно. Шоу о передаче аспектов дальнего мира зрителям. Было впечатляюще видеть, как сцена складывается в таком масштабе. Сон Сёгуна о Блэкторне, английском пилоте, прибывшем в Японию, который через лорда Торанагу и Морика осознает взгляд этих людей. Лорда Торанагу вызвала его мать для встречи с незнакомцем. Я играю Морика. Анголечка станет переводчиком для Блэкторна при его прибытии. Весь сезон она решительная, борется в одиночку. Вдохновляет ее история. Спектакль о свободе воли, контроле своей судьбы. История Торанаги. Не к политике, затренутый в Осаке, ждет судьбы. Идея путешествия вдвоем с Джоном Блэкторном волновала с самого начала. С ним не высаживаемся на этих берегах, и все меняется. Блэкторн полагает, что своими представлениями может впечатлить эту культуру и этих людей, и должен налаживать связи. Блэкторну приходится справляться с разрывом между культурой, чьи особенности формировали его, и не быть обезглавленным людьми с острыми мечами. Продолжай тогда. Так же могло быть и сейчас. Так происходит в конце 16 века в Японии. Сразу после смерти Тайко Накамуры начинается история Японии. Недавно скончался японский лидер. Наша страна все еще верна закону и порядку. Наш народ не заслуживает глупого подозрения. Я Кацунари Исидо. Я оппонент Танаки. Хочу счастья для себя и мужа Марика Бунтаро, но Джон Блэкторн мешает. Я исполняю Ябу Сигэ, не так честного, как другие. Я часто вызываю подозрения. Это нечто прежде не пережитое мной. Рассказ о том, как осмысливаем нашу жизнь, как в ней участвуем. Это наполнено живыми переживаниями. Сила большой истории в этом.
о встречах между людьми разных культур, идентичностей, национальностей, которые находят общее. Смерть здесь не встает. Должны быть мертвы. Но мы здесь.